По словам главного санитарного врача региона, новогодние праздники в Новгородской области прошли относительно спокойно. Очагов и вспышек заболевания зафиксировано не было. Но как будет развиваться ситуация дальше, пока сказать сложно. В среднем регистрировалось около 100 заболеваний в сутки. Если смотреть по среднероссийским показателям, то на сегодня у нас темп прироста 0,13%. Мы значительно снизились. Продолжилось снижение, но говорить о том, что это объективное снижение, мы пока не можем, потому что у нас резко снизилось количество обращений за медицинской помощью. Люди не хотели портить себе праздники. Сейчас в стационаре от коронавируса лечится 722 человека. 1614 человек выздоравливают амбулаторно. Почти четверть коек в ковидных госпиталях свободны. Что касается ограничений, то регион возвращается к допраздничному режиму. К примеру, график работы организации общественного питания до часа ночи будет отменен. Как и в конце прошлого года, там будут принимать гостей до 23:00.